вернул. И что же это за снаряжение? Просто снаряжение для работы. А, важный бизнесмен. Ну смотри, недоноском. Как тебе в провинции? Местные не обижают? При случае, зайди в оружейный магазин МакГарманда. Там для тебя небольшой презент. Чем могу помочь, приятель? Ну, я не могу найти патроны для дробовика. Они должны быть сзади, там же... Прошу. А я уже глядел, но не нашел. Надо же, а с утра они были. И на складе у нас их точно не осталось. Наверное, тот псих истратил все на стрельбище. Серьезно? Все? За один день? Он еще ругался, как полоумный, весь день. Ох уж эти городские. Никаких... Во-во! Ну ладно, раз-два ругнуться. Блин, это и я так делаю.
Но чтобы через слово детский сад. Они небось думают, что сразу круче. Так люди в нормальной жизни не говорят. Воистину. Ну так когда там бишь тебе патроны новые подвезут? Прошу вас, покиньте мое личное пространство. Эй, привет, ковбой. Говорят, ты хотел пострелять? Можешь взять любой ствол на твой вкус вон оттуда. Когда выберешь, приходи обратно сюда, и мы погрохочем. О патронах не беспокойся. Для соревнования не ж... У тебя есть задатки. Может, попробуешь еще раз с другим оружием? Ты что, совсем тупой? Какие пушки надо показывать на алтаре? Слушай, а ты есть в какой-нибудь социальной сети? Что-нибудь подсказать? Здрасте. Я хочу купить оружие.
Ну, мы торгуем оружием, так что вы по адресу. Вон те ружья у входа выглядят очень солидно. Можно попробовать? Угу. Как жить? Скажите, какое вы хотели бы посмотреть? Казо ТРГ. Для охоты на крупную дичь с большой дистанции. Осмелюсь заметить, потрясающе почему я здесь? Что? А! Эй, кто там? Вот дерьмо! Thank you.
Его. Птаха был прав. Он в Хоупе, в Южной Дакоте. А девчонка? Ее с ним нет. Тайлер тебе рассказал про свой план? Чувак, я на это не пойду. Что? Зараза, этот звук мне прямо в мозг впивается. Как будто кто-то вилкой по стеклу водит. Или мамаша заставляет убраться в комнате. Не вопрос. Какого черта? Эй, кто-нибудь! Ничего не видать. Ни слизней, вообще ни черта, босс. Ладно же. Нельзя, сэр. Простите, вы меня не слышали? Ты меня не слышал? Именно так. Я говорю, прыгай, а ты спрашиваешь, куда, высоко?
В смысле... А, забей. Стой! Сэр, послушайте меня. Поднимите руки. Ни шагу больше. Медленно и плавно положить... Вставай! Тебя хорошо воспитала, ты сейчас опустишь ствол. Этот ушлепок не слушай. Готовьтесь, валим его. Наверное, он удирает от смерти или типа того. Я бы тоже... Боже! Помогите! Сперва... Я засек его! Дерьмо! Они все мертвы! У нас маньяк-убийца! Боже! Сюда, парни! Нам нужно прикрытие!
Вот он. Этот урод убил Джастера! Пожалуйста, помогите мне! Он там! Пожалуйста!
Какой-то бритоголовый устроил переполох. Пошли, пошли быстрее, он совсем... Помогите! Эй, это полиция! Мы его накрыли!